Ты слушаешь меня, Нео? Или ты смотришь на эту женщину в красном платье? Я... Посмотри еще раз. Стоп. Я вас приветствую. Эту девушку зовут Эрин Холмо, и она официально добавлена в каст «Матрицы» четвертой части. Ни в чем выдающемся замечена не была, но фотки прикольные. Играла в сериалах «Спартак. Кровь и песок», «CSI. Место преступления», «Мыслить как преступник». Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'un culé, de ta mère. Также Ламбер Уильсон, он же француз или Меровинген, появится в фильме официально. Если вы помните, он также был избранным, как и Нео, в предыдущих версиях Матрицы. Ему удалось выжить и стать посредником между миром людей и миром машин. Несмотря на занятость в театре, Ламбер Уильсон смог договориться об участии в фильме, в отличие от Хьюга Уинга, который, по официальным данным, не смог участвовать из-за конфликта графика в театре. Для тех, кто пропустил взрывы в прошлом видео, вот их последствия. Разбитое переднее стекло на улице. Расплавленные светильники. Дорога, убитая от взрыва, но все равно она лучше, чем в России. Расплавленные рядом с рекламные стенды. Есть фотки Киану в странных клетчатых штанах. Есть даже видео, где он в тех же штанах делает прыжок с крыши на страховочный трос. Непонятно, либо это тренировочный дубль, либо в фильме будет не так много черных костюмов. А это один из базовых лагерей «Матрицы» четвертой части. Здесь мы видим вырезанный двигатель машины и рампа вместо него для трюков. Сейчас мы видим перекрытую дорогу для съемок. Кстати, будут использовать для трюков те самые рампы в сцене прыжка мотоцикла через машину.
кадров видно, что на мотике по сюжету будет персонаж Тринити. Сейчас же, я думаю, там каскадер гоняет. Сцена слишком опасная. А в этой сцене видно очень большую толпу людей. На этом пока что все. Спасибо за просмотр.